Крылатая пехота отметила круглую дату. Бойцы воздушно-десантных войск отпраздновали 90 лет с момента основания. Голубые береты во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались надежной силой и опорой мирных граждан. Свой юбилей отметили по традиции прыжками с парашютом в Карачихе и концертом в Парке мира. Офицеры и солдаты ВДВ исполнили армейские песни. К мероприятиям десантников с удовольствием присоединились и прохожие. Друзьям, которых Бог послал, я эту песню написал. Чужие пусть по крови мы, о доме снятся всем нам сны. Но как назвать себя, солдат, это слово лучше, чем мой брат. Высший пилотаж в воздухе и на суше. Никто, кроме них, во все времена десантникам доверяли самые сложные ответственные задачи, которые они решали всегда четко, оперативно и слаженно. Минутой молчания и возложением цветов к мемориалу Вечного огня почтили память погибших бойцов. Живым вручили почетные грамоты и медали за многолетнюю службу. 31 я посвятил ВДВ. Ну что? Я в ВДВ был в Чехословакии, в Афганистане, военным советником в Ираке. Так что я прошел все точки. Хотел всех причастных к воздушно-десантным войскам, кто сейчас служат солдат, офицеров, ну и, конечно, наших ветеранов, с которых мы брали пример. Всех хочется от всего сердца поздравить с 90-летием воздушно-десантных войск.